По-моему, он нихуя не может, этот танк. Нет, этот танк может. Этот танк может. Этот танк 100% может. Даже не обсуждается. А единственный вопрос. Единственный вопрос. Балансит меня очень хорошо. Балансит меня очень хорошо. Я прошу, пожалуйста, сюда приедьте. Я просто умоляю, кто-нибудь сюда приедьте, а. Блять, кого попросить? Хэвик, пожалуйста. Кто еще? 60 ТП. 60 ТП, блин, пожалуйста, поехали направо. Е3, куда едешь, нахуй? Е3 ему до пизды вообще. Ну вот опять. Ну, нас мало. Две СТшки не считаю даже. Они просто в любой момент могут уехать. Хотя нет, нормально. Из 7 прогрета, из 4 поехал. Нормально. Играбельно. Вот это играбельно реально будет сейчас. Сейчас не должно быть такого, чтобы они просто нас как станком, блядь, проедут. Такого точно не должно быть. Я пробую зацелить кого-нибудь. Данной, так сказать, позиции. Оп. Отлично. Так, только без вертух, ребята, без вертух. С прямыми попаданиями, я вас умоляю. Да я вас знаю, блядь. Едет там. Башню развернул, хуйнул и дальше поехал. Любимое занятие просто у них. Да у них просто любимое занятие. О, прикольно. А бы нормально стрельнуть, я просто на мини-карту отвлекся. Да не дает, слушай. Да не дает натуре. Тут хуёво очень. А, еще и сотка здесь. Это очень хуёво, слушай. Отстань. Алло! А почему меня никто не прикрывает? Вы что, ебанутые? И всем спасибо тебе хотя бы за это. Слушай, ну мы их должны брить. Мы их должны брить. Реально, мы их должны брить. Вот этих точно снизу должны брить. Они просто в капкане, блядь. По идее. Надо просто ДПМить. Отстань. Отстань от меня, я сейчас сказал. Нихуя из 7, блядь, мужик. Взгляните на него просто. Вот это мужчина, конечно. Это настоящий мужчина, я понимаю, блядь. Так, ты труп, нахуй, в курсе, нет? Так, я хочу ХП дать. Можешь развернуться, пожалуйста. Ладно. 98 тоже ХП. А, не поверху, да, надо кромагана убивать. Надо кромагана реально резать. Так, отстань. Альфа, пройди, пожалуйста. Хорошо. Слушай, что-то у них там ХП много. У нас прожета из 4, да, и я. В принципе, у нас тоже нормальный ХП, значит, мы должны победить их. Что-то я маленько сыканул, но понял, что как бы... Почему бы нам их и не победить, если мы как бы можем победить? Ух ты, блядь. Ты чё, охуело? Чё-то потом охуело или чё, блядь? Таран. Таран. Тихо, 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 тихо. Все, теперь я тебя убиваю через 8 секунд. В курсе, нет? Главное, не успевайте дать заряжаться, пожалуйста. Ах ты шлюха. Это хорошо. Так, надо развернуться и их убить. То можно будет поехать хоть и старое пострелять. Арта, мимо, ты шо, блядь, стрелять разучилась?
Вот реально арта разучилась стрелять. Так, из сотого нет смысла, надо 430 попробовать забрать. У меня очень хп есть. Блин, я всех подсосал, круто. Кстати, они нашу базу проехали. Надо защищать базу. Угу, 7200 даю. Плюс только процент. Понял. Понял вас. Я вас понял. У меня 3 кумуля осталось. Так, я надеюсь, Медикора убьют. Потому что если его не убьют, он у нас будет ингенить, по-моему. Так, надо его забирать. Угу, у меня воин, кстати. Так, просто к сведению говорю. 60-59, блядь. Опасно он ездит, реально очень опасно. Как бы он нас не засветил здесь. Но я никого не вижу. Я хрен знает, они подъехали или нет сюда. Может и подъехали, а может и нет. Еще 2 кумуля осталось. Ну а мне смысла куда ехать, мы в два раза по хп проигрываем, как бы. Так что, оба-на, прикольно. Давай, забери его, брат. Сарчик. Благодарю. Один кумуль остался, хуёво. Можно я сюда встану? Не дает, да, мне вставать? А, решил поехать? Мантикор где-то стоит, он либо в центре, либо... Либо я хуй знает, где он. О, я третий, прикольно. Что с ним делать? Куда его пробивать? На, чтобы он борда вернул. Что-то не особо-то доворачивает как-то борт. Я не хочу стрелять, у меня последний кумуль остался. Если я его не пробью, как бы все. Он догадывается, что я его отсюда могу стрелять, поэтому он специально так стоит, чтобы я его как бы это... Чтобы я его как бы не стрелял. Я все-таки дождался, когда он... Хуёв. Чуть меня арта может забрать. Мы сейчас с Треоном одни остались. То есть по факту они все шотные. То есть по факту. Ну хорошо, до борт подвернул. Подфартило, так сказать. Я за артой поехал, короче. Да, особо Стервей на меня не встретил. Да, особо я Стервей не встретил, реально. Потому что если я ее встречу, то все. То все, ГГВП будет. Надо бы на самом деле по низу ехать, потому что у меня мантикор может просветить. Я вроде 121 могу здесь увидеть или нет? Теории могу, да, как-то увидеть его. Может попробовать его зарезать? Нет, я его здесь хуй увижу, наверное. Я только скачусь далеко и все. Блин, он где-то здесь стоит. По идее. Но, наверное, будет целесообразно поехать арту убить. А, понял. Он не будет меня под дном простреливать? А, понял. Все.
Понял. Тогда я скатываюсь нахуй вниз. Раз такое происходит, как бы. Я думаю, на меня все покатится. Скорее всего. Та шлюха, блядь. Понял. Антикор Питер простреливает. Пушка не поднимается у него. А, я его не убил, все, пиздец. Он мне еще не попадает каким-то образом. Самая хрень, что он не светится. Ну, то светится, то не светится. Вот в чем проблема. Не понимаю, как его танкую даже. Попробую его столкнуть нахуй. Я сам себя убью. Блин, меня арта убила. Я почти 9, 10к дал. Я почти 10к дал, 9700. Ёб твою мать, вот это бой, а. Блин, я уже сколько не давал 10к. Ну не 10к, но 9700 я точно давно не давал уже. процентов.